Азербайджан как страна, которая пострадала от несоблюдения принципов международного права, в том числе в связи с оккупацией Армении нашей территории, конечно же, на всех международных площадках отстаивает приоритет международного права. Совет Безопасности ООН иной раз выполняет резолюции в течение дней, а в нашем случае они остаются на бумаге более 25 лет. И тем самым в определенной степени дискредитируется этот ведущий мировой институт. Поэтому думаю, что приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства. Но реалии таковы, что этого не происходит. От такой страны, как Азербайджан, мало что зависит в глобальных мировых делах. Поэтому ведущие страны мира, думаю, на них ложится основная ответственность и задача для того, чтобы принципы мироустройства соблюдались.